праздник в России сравнительно новый, совсем недавно получивший официальный статус. Он будет отмечаться каждое третье воскресенье октября на нашей книжной выставке «Книги о наших любимых папах». Это отцовская куртка Осеевой, «Как папа был маленьким» Раскина, «Мой добрый папа» Голявкина, «Дедушкина копилка» Пермяка, «Волшебный пасашок» Белозерова и многие другие. Прочитать эти книги вы можете в Василковской детской библиотеке.